Всем привет, дорогие друзья, с вами Эндрю Файв и в стиле ретро. Ну, как вы уже видите сами по картинке, даже не читая, как называется именно игра в названии этой рубрики, вы понимаете, что перед вами культовая игра GTA Vice City, в которую, как я считаю, играл любой человек, который играет в игры, именно вот в игры, в эту культовую игру. Да, проходили до конца ее немногие, но играли в нее все. Нет, я не буду начинать сегодня новый цикл рубрик о том, как пройти GTA. Я в этом не вижу особого смысла. Я эту игру прошел до конца. В принципе, я могу это показать. Мы, наверное, я вам просто зайду в эту игру, покажу, что как где продвинулся, все такое, на ничего такого особого делать. Основную сюжетную рубрику этой игры я прошел. Игра, я считаю, это культовая игра. Возникает же сразу вопрос, как я отношусь к San Andreas. К ней тоже отношусь хорошо. Ее я не прошел до конца. Я стоял на какой-то там миссии. Нормально, только что ехал вот грузовик. Сейчас его нету. Ну, нам нужна тачка, чтобы доехать. Даже пускай такая. Что поделать? Давайте ли тут еще из меня? Ну, здесь, по крайней мере. Сейчас мы поищем нормальную тачилу. Полиция. Ну, вообще, да, классно водит по зеркалам вообще. Так и смотрят. Да, основные заведения в этой игре, они принадлежат мне. Я прошел соответствующие миссии и завладел ими. Такси-клуб. Авто там этот. То есть, да, основные такие миссии я прошел. Ну вот, пожалуйста. Авто. Сейчас мы глянем, сколько мне тут денежек. 9000. 968000 у меня на счету. И мы можем какую-нибудь тачку. А что там наверху, кстати? Какая тачка наверху? Ух ты. Ну, что-то как-то так. Черт, не могу. Не могу. Ну, давайте тут на этой поедем. Разбиваем стекло. Да, и вот этот в гараж тачка надо загонять. Эту миссию я прошел. Давайте продолжим наш маршрут, куда я его, собственно, и хотел. Закончить. Ну, что-то сбиваем мужика, или он сам падает? Нет, разобрался. Да, водил вот этот из меня еще. Тут еще тачка такая. Скользящая. Ну, это заведение тоже, кажется, мое. Ну да. Поэтому я говорю, все такие заведения мною куплены и я, кажется, это прошел только миссии с пожарной и с чем-то еще, я уже не помню просто-напросто. Это киностудия, кажется. Сколько у нас тут денег? 8000. Ну, неплохо. Поехали дальше в одно местечко и поедем, наверное, до дома. Я поделаю то, что я любил делать, да и многие, наверное, люди, игравшие в эту игру, любили делать. Но особо сбивать не хочу. Так получается.
Пардон, если у меня там скайп высветился. Я это не хотел. Ну, сейчас. Мужик не может нас обижать. Вот эта тачка, да? Ну, сейчас мы зайдем в такси и поедем обратно. Возьмем эту супер такси тачку. Упс, а что они у меня гасят? А что они вообще у меня делают-то? В моей этой фигне. Отстреливаться там их. Хотя... Сейчас, подождите. На здоровье мы установили. Мы сейчас их загасим. Мы сделаем это аккуратно. Это свои. А где этот есть? А, вот они. Ну, теперь началось веселье. В принципе, вот еще и полицейского сбили. Нам это все на руку. Подалим побольше этих сук. Поехали теперь в наше логово и позанимаемся моим любимым делом. Не самая быстрая тачка, несомненно. Полицейский нас продинамил и не заметил. Мне до сих пор непонятно, почему противодействующая мне группировка, что он, собственно говоря, там делал, непонятно для меня. Не то я хотел сделать. Не помню. Ну как хочешь. Ну нормально припарковался, по-моему. Да. Ну а чё, нормал? Сохранится просто из-за количества монеточек. Да, прошел в 2013 году. По сути, от нечего делать. Не более того. Не обращать внимания, это моя дочь. Да, тут что-то я людей не вижу особо. Ну, где кто? Есть, одна звезда есть. Тачка взорвана тоже есть. Еще одна. Еще одна.
И еще одна тачка. Откуда будет он возникать, полицейский повсюду? Для меня вот до сих пор большой секрет. А ты кто такой? Боже мой, вы откуда тут взялись? Томми Версетти. Ну, где? Есть. Три звезды. Мне, честно, пофигу. Смотри, вот дебил свои гасит. Что за дебил, что за кретин? Да я откуда вообще взялся? Вот падающий полицай с крыши — это вообще убийственная смесь. О! Блин, кое-что полетело-то, зараза. Ага, вон. На крышу. Что-то хотел попасть в самолет. Дайте мне кто гасит. Ах ты, зараза. Так, 4 звезды есть. Осталось немного, еще 2 звезды. И полицай, падающий с крыши нашего особняка. Вот такой манечный у нас, в принципе, этот выпуск получается. Не судить строго. Просто-напросто я говорю еще раз. Мною эта игра была пройдена. То есть ко мне бывает плохое настроение, надо меня там в чем-то обвинять. Ах ты, зараза. Я сажусь в эту игру, и вот так вот я... Что тут, алмочки у меня здесь. Ну, кот полетел-то. Не, блядь, что? Да, совершенно верно. 5 звезд и вертолет сбит. У меня жизни не так много осталось, в принципе, меня уже очень скоро загасит. Сегодня еще один, наверное, вертолет пролетит. Собственно говоря. Скажет, 5 звезд, чувак, ты вообще удивил. Еще одна тачка взорвана. Ну, когда, когда 5 звезд, 6 звезд. Ну, когда, когда 6 звезд. Чуть не удивлялся, да, че тачек так мало становится. О, господи. Я предлагаю вот что сделать. Я тут захотеть, конечно, могут. Уж полицаи забегают и сюда. Но так мы на жизнь увеличим, кажется. Да, 100%. Ну и последний. О, все, 6 звезд. Это последнее мое сохранение. Больше я не буду увеличивать жизнь. Вот. 6 звезд. Мы идем гасить на улицу. $500 соберем. О, там танк ездит. Нет, танк мы не пойдем завоевывать. Где-то есть. Я думаю, меня все загасили. Где-то скотина. Ну все, меня убили.
Вот такой вот у нас получился выпуск культовый для своего времени игры. Не судите строго, просто, ну, разрядка такая. Угасить компьютерных людей, там, машины, все понять. В обычной жизни, понятно, не нужно ничего подобного делать. И не подумайте, я не маньяк. На сегодня это все. С вами был Andrew Five. Если впервые на моем канале, подписывайтесь на него. Если вам что-то понравилось или не понравилось, напишите об этом в комментарии. Ну и поддержите меня, поставьте мне лайк. На сегодня это все. Пока-пока.